Меня зовут Алена Чуйко. У меня интернет-магазин свой, одна розничная точка по продаже подарков оригинальных и карнавальных изделий. То есть в бизнесе 10 лет. В принципе, не то, что беспокоило, мне как-то, как сказала, переросла немножко уровень просто продавца и владельца интернет-магазина. Хочется уже делиться опытом. Ну, как бы я даже вижу больные места в некоторых магазинах, но хочется чего-то другого. Душа просит. Обратилась по поводу, как стать коучем. Именно как вот выбрать свою нишу правильно. То есть ты мне помогла определиться, как структурировать мои мысли, там, как выбрать нишу, как искать целевую аудиторию, подсказала, где они могут обитать. Ну, то есть такие вопросы наводящие, благодаря чему я поняла, что-то я знала, что-то не знала, но, по крайней мере, то, что я знала, оно у меня структурировалось, а то, что не знала, ну, естественно, это новая ценная информация. Порядок моего старта как коуча. Ну, и плюс куча еще дополнительной хорошей информации. Да. Во-первых, знаешь, Маш, все равно повторюсь, ну, дала мне, скажем, можно сказать, что это план. Это план стартапа как коучинга. То есть проработать самое главное, целевая аудитория, для кого я буду это делать, что я буду давать, какую ценность. Ну, то есть именно вот это стартаповский план работы, задел. Как бы для меня тут информации более чем, потому что написано у меня сейчас в блокноте 3 листа, но я четко представляю, что это работа. Это не на день, не на два. Это качественная работа, и ее много. Все легко, как бы все хорошо. Ну, не знаю, как со старым знакомым. Пришла с зажимом, сейчас уверенности добавилось, и спокойствие. Мне спокойствие от того, что я понимаю, что надо делать. Когда понимаешь, что двигаешься поэтапно, я понимаю, что я продвинусь в этом этапе, дальше у меня там новые какие-то вопросы. Сделаю эту работу, ага, уверенность, ага, я смогла. Ну, скажем, да, спокойной уверенности добавилось и понимание, что надо делать. Фишка, где искать клиентов. Она не то, что удивила, она самая ценная. Мне больше удивило, что на английском занимаешься. С чего я начну? Это, конечно, упаковка своего вот этого предложения и целевая аудитория. О, идите к Маше, даже не раздумывайте. Идите к Маше. Все, мне нравится, что Маша все структурировано, просто без, ну, я не знаю, как это. Мне нравится, когда все по порядку. Маша так вот и дала, все по порядку.